Dragon Knight. Оставленный и забытый ребенок, полудракон Девион, искал убежище от зла, мира и от неконтролируемой силы, растущей в нем. Поиск привел его к порогу могущественного друида, который научил его управлять невероятной энергией, которая скрыта в его крови. Мастер-фехтовальщик Девион сокрушает противника в неистовом безумии, превращающийся по желанию в дракона, чтобы защитить себя и своих близких. Ух, как обычно, увлекательные, ребят, рассказы от меня для вас специально от души, так сказать. Обязательно поставьте лайк за такие труды. Ребят, в общем, сегодня у нас гайд на ДК. Гайд невзначай, на самом деле, как вот тот вот петушок, который вон тот вот кукарекает, так и я сделал вот этот прекрасный гайд. Ребят, гайд сегодня на ДК. Будем изучать данного персонажа, расскажу вам некоторые фишки и, соответственно, расскажу некоторые баги. Баги увидите уже, соответственно, на практике. Ну, я нашел один баг, по крайней мере, но он очень жесткий и, на самом деле, очень сильно бустит нашего персонажа. Интересно? Готовы? Тогда поехали. Так, друзья, приступаем к первой же способности. Первая способность у нас имеет вот такой вот эффект. С определенным расстоянием и в зависимости от уровня прокачки будут различные фишечки. Что нужно знать самое главное об этом, так сказать, спелле? Почему-то этот спелл не показывает снижение дэмэджа, а именно дэмэдж с enemy персонажей будет сниматься, а именно родной дэмэдж, который вот, допустим, указан у панды, в зависимости от уровня прокачки он будет у нас снижаться, если наш ДК, так сказать, задует enemy персонажа, и, соответственно, за уровнем прокачки у нас будет сниматься у него дэмэдж. То есть он просто снимется на определенное количество времени, а время у нас длительность 11 секунд и кулдаун 12, то есть, соответственно, 1 секунда будет, так сказать, на то, чтобы внести как можно больше дэмэджа у нашего enemy оппонента, но не суть. В зависимости от уровня прокачки у нас также еще наносится дэмэдж, если кто-то попадает под эту волну. И вот, смотрите, на первом левеле 90 дэмэджа, на втором 170, на третьем 240 и на четвертом 300 дэмэджа. И снимание дэмэджа, смотрите, 20%, 25%, 30% и 35% урона родного будет сниматься, если кто-то попал под эту волну. Колдауны у нас 12 секунд всегда, монокод 100, 110, 120, 130. А уешка у нас вот это имеет 650 дистанции и 500 радиус применения. Ну, в общей дистанции можно, в принципе, на 900 единиц достать, то есть персонаж, допустим, ну, как-то вот так, видите? То есть почти 1000. Можно достать enemy оппонента. И, соответственно, вешается баф вот этот. И, к сожалению, не показано, что урон снят. Но он снят. Я тестил это реально работает. Давайте докачаем и посмотрим. Смотрите. В общем, как наносит дэмэдж. 28, 76, 24. 28, 76, 24. Запомнили. 28, 76, 24. Далее. Задуваем. 49, 16. 81. Как видите, дэмэдж снимается. Персонаж начинает слабее бить по нам, и, соответственно, это работает. Все полностью работает, но не показан, к сожалению, минус дэмэдж, но показан статус. И, соответственно, этого достаточно, ребят. На что не будет работать первый спелл? Соответственно, на БКБ. И можно развеять, в принципе, этот спелл. То есть, если у вас есть диффуза, то вы, в принципе, можете снять этот статус, и у вас все будет огонь. Но, в принципе, это все. Но есть еще такая одна фишка, о которой нужно помнить. В форме ДК этот спелл будет кастоваться немного с меньшей задержкой. Тут задержка кастования идет примерно 67 секунд, 0.67, а с форме 0.50, то есть, соответственно, 0.050, 0.050, не 0.50, а так вот, как-то так, ребят. Поехали на второй спелл. Так, друзья, следующий спелл на нашем персонаже — это у нас стан, плюс попутно наносящийся дэмэдж, оглушение и вот эта вся тема — это второй спелл. Таргетная способность, позволяющая оглушить нашего оппонента и нанести попутно дэмэдж. В зависимости от уровня прокачки у нас будет увеличиться дэмэдж, оглушение и улучшаться колдаун. Монокос у нас всегда неизменный. Ребят, монокос на данном спелле у нас составляет 100 единиц маны. Колдаун 12, 11, 10 и 9, в зависимости от уровня прокачки. И, соответственно, давайте пройдем же по уровням прокачки. На первом левеле у нас будет наноситься 25 дэмэджа, и стан будет составлять 2,5 секунды. На втором левеле 50 дэмэджа, и стан 2,75, на третьем 75 дэмэджа, и стан на 3 секунды, и на четвертом 100 дэмэджа, и стан на 3,25. Очень жесткий таргетный спелл такой, который позволяет очень жестко оглушить и нанести попутно еще дэмэдж. Так, не мороси. Во. Смотрите, в общем. Давайте прокачаем и завязаем. Происходит вот такой вот эффект, становится в позу, он такой, смотрите, как будто держит какой-то щит, да, он, то есть он дал так стан ему, так красиво еще такой эффектик был прикольный, да, то есть и оглушает, и двигаемся, и все, и сбивается у нас вот эта анимация. Дальность применения стана у нас 150, но в форме
эта дальность применения у нас меняется на 400 единиц. То есть, соответственно, чуть-чуть дальше мы сможем кинуть немного этот стан на enemy и, соответственно, простанить. Вот такой вот у нас, в принципе, спелл таргетный. Он, как обычно, все таргетные спеллы, они блочатся линкой. В БКБ нельзя тоже сделать. И можно развеять обычным каким-нибудь диффузом или, соответственно, какой-нибудь пресс-атакой нашего, соответственно, какого-нибудь легиона. Ребят, вот такой вот у нас спелл. Прикольный, очень интересный. Давайте еще раз посмотрим на этот божественный стан-эффект. Просто посмотрите, ДК идет такой. Просто такой взрыв. И все. Ребят, вот такой вот спелл. Поехали на третий спелл. Третий спелл очень интересный. Итак, друзья, переходим же к третьему спеллу на нашем персонаже. Эй, третий спелл на нашем персонаже очень довольно-таки простенький, но интересненький. В зависимости от уровня прокачки у нас будет увеличиваться армор и увеличиться хп регенерация. Смотрите, разберем. На первом левеле будет добавляться 2 хп регена и 3 армора, на втором 3 хп регена, 6 армора, на третьем 4 хп регена, 9 армора, на четвертом 5 хп регена и 12 армора. Прокачиваем. Появляется у нас вот тут такой вот статус армора. У нас, к сожалению, не добавилось, потому что я уже одного ДК заспавнил, но армор в игре будет спокойно добавляться. И будет все по кайфу. И прокачиваем, и, соответственно, у нас улучшается наш персонаж. Что, как вообще работает эта пассивка? Это, во-первых, эта пассивка, она работает постоянно, но есть тут приколюха. Сильвер Рейдж на 85-й карте способен отключать пассивки. Соответственно, смотрите, ударяет и отключает у нас пассивку. Все, ГГВП. Пассивка отключена, ДК уязвим, у ДК нету регенов, и, соответственно, ДК, ну, можно пробить. ДК можно легче пробить, смотрите. Просто убирается весь этот бонусный армор, соответственно, вот так вот работает пассивка на ДК. Нету ни регена, ХП, нету ни армора, если там Silver Edge. Иллюзии получают частично этот бонус. Они получают армор на данном персонаже, но регена они не получат. Ребят, в принципе, ну как-то вот какой-то вот такой вот спелл, надеюсь, вам, в принципе, было понятно. Ну и все, поехали на ультимейт. На ультимейте очень много нюансов, я вам сейчас о них поведаю. Итак, друзья, чтобы понимать, как работает у ДК ультимейт, тут, в принципе, далеко ходить не нужно. Это метаморфоза. У ДК имеется на ультимейте метаморфоза, позволяющая превратиться ему в какого-то дракона в зависимости от уровня прокачки. И эти драконы разные, я буду... Ой, это было очень громко. Эти драконы будут разные, я буду по полочкам рассказывать вам, какой дракон что имеет и что умеет. Соответственно, давайте уже перейдем. Смотрите, колдаун у нас на данной способности... Очень большой, 115 секунд. Но длительность данной способности идет минуту. В принципе, минута на то, чтобы побегать в форме. Это прикольно. Какие плюшки нам будут даваться? Смотрите. Во-первых, будет даваться бонусный movement speed, равный 25 единицам. То есть, когда мы ультуем, появляется у нас вот такой вот дракон. Появляется какой-то спелл, о нем чуть позже расскажу. И, соответственно, мы быстрее летаем, быстрее бегаем. И, соответственно, про стан я уже говорил. Стан можно... кастануть чуть-чуть, так сказать, подальше. Соответственно, вот такой дракончик. У нас появляется здесь спелл. Что этот спелл делает? Он наносит 20 дэмэджа в секунду. 20 дэмэджа в секунду. Если мы просто плюнули вот так вот, смотрите, плюем в него. Оп. Пошел яд. Этот яд действует в течение 5 секунд и наносит дэмэдж оппоненту. Этот яд может добить. На 85-й карте этот яд добивает. И он смертелен против армлетеров. И очень это круто. И, в принципе, по зеленой форме это все. Касаемо перезарядок я уже сказал, монокост сказал. И давайте, наверное, перейдем к другим драконам, так как этот дракон, в принципе, уже и так понятен. Так, в принципе, если по теме, вот эти уникальные модификаторы, которые нам будут даваться, допустим, вот тут сплэш будет даваться, тут сплэш и замедление. Эти уникальные модификаторы, они, то есть, они как бы уникальные, но... Это не орб-эффект. То есть, соответственно, можно собирать все, что хотите. То есть, у вас будет замедление, можно будет еще скади сверху собрать. То есть, это вообще будет отлично, ребят. Что ж, переходим ко второму дракону. Перешли мы, ребят, к другому дракону. Второй дракон у нас красненький дракон. Что у нас красный дракон имеет? У красного дракона также остается этот яд. То есть, он у нас, в принципе, допустим, этот яд. И что мы еще делаем? В зависимости... от расстояния персонажа у нас будет даваться сплэш. То есть, чем ближе персонаж друг к другу стоят, тем сильнее сплэш. Соответственно, как это работает? Если персонажи стоят в АОЕ 150, им будет 100% наноситься сплэш. Если персонажи стоят на АОЕ 225, то сплэш им будет наноситься 75%. Ну и максимальный сплэш, который есть, это 300 АОЕ будет наноситься 50. То есть, это, ну, вот, допустим, мы бьем, смотрите, и сплэш такой разносится, да, видите, кому-то, допустим, наносится больше. То есть, смотрите как, ну вообще центральному в любом случае наносится больше, потому что там еще и яд. Но, посмотрите, вроде как
А, нет, одинаково. Давайте сейчас их поставим поближе и посмотрим, что у нас будет происходить. То есть ставим их в кучку и бьем. Сейчас сплэш должен идти одинаково, потому что они, в принципе, вместе стоят. Вместе стоят, да, сплэш идет одинаково почти, смотрите, уже немного получше. И, соответственно, юзаем еще раз форму. Хочу посмотреть просто максимально все режимы, как это работает. То есть АУЕшка максимальная должна быть. Вот так вот, смотрите. Смотрите, сплэш этому наносится больше. То есть, соответственно, то, что я сказал про RNG, это все абсолютно рабочая тема. Чем ближе стоишь, то есть чем ближе персонажи друг к другу находятся, если туда летит тычка, то, соответственно, самому дальнему, то есть в 300 АУЕ, будет наноситься 50%. То есть если вы стоите от таргета вот так вот на 300 АУЕ, от основного таргета, то, соответственно, сплэш вам будет наноситься в 50% размере. Если вы стоите очень близко, то, соответственно, сплэш будет вам наноситься в размере 100%. То есть это рейнджевой сплэш 100%. И, соответственно, если будет на 225, чуть-чуть ближе, чем в упор будете стоять, то сплэш будет вешаться на 75, как бы 75%. Это прикольно. Плюс еще, помимо того, что у нас идет сплэш, также вот, ну, вот этот яд, также он работает, ребят. Прикольный дракон, один из моих таких любимых драконов, но третий дракон еще жестче. И реально, это очень круто, ребят. Смотрите, у нас ДК, кстати, цвет поменял немножко, да, видите? Но это тоже есть приколюха, ребят. Вот такой вот у нас прикольный дракон. И поехали далее, посмотрим на третьего дракона. Что, друзья, перешли мы к третьему дракону. Юзаем нашу третью форму. Что мы получаем? Мы получаем синего дракона. Плюс у нас также имеется тут яд. И еще какие-то плюшки. Смотрите, мы бьем ледяной атакой. Мы замедляем всех массово. Сплэшем. И это просто какой-то дисбаланс. На самом деле, давайте разберем, что у нас будет даваться и как это будет работать. Сплэш примерно будет работать по такой же систематике. То есть, соответственно, чем персонаж дальше находится, то есть, соответственно, в 300 АОЕ, тем ему, соответственно, сплэш будет наноситься меньше. Все так же, как и на красном драконе. Но у нас тут еще, помимо этого, идут еще и остальные фишки. Замедление скорости передвижения будет вешаться на 30% на всех, кто находится, так сказать, вот в этой АОЕшке. Соответственно, вот когда они вместе идут, да, допустим, это видно, что сразу Moment Speed замедлен. Также Attack Speed будет немного падать у них. Attack Speed у нас будет замедлен просто на 20 единиц. И длительность от этого бафа у нас составляет 3 секунды. Это, опять-таки, вот это вот замедление. Его, в принципе, можно снимать. И на таргетную цель, также напоминаю, накладывается вот этот яд. И это очень круто. То есть наш ДК становится такой, знаете, улучшается форма. И он, получается, он и сплэшит, он и ядом как бы плюется. Так он еще и замедляет и Attack Speed, и Movement Speed. Это очень крутая форма. Ребят, вот, в принципе, вот так вот как-то. И есть еще некоторые нюансы, о которых я вам хочу рассказать. Давайте же я вам сейчас расскажу. Поехали. Так, друзья, смотрим, что у нас получилось. Вот, берем мы тут, типа, такие Дума, и, соответственно, в Думу у нас там ВС есть, и, соответственно, может ли Дум снять эту форму? На 85-й карте форма не снимается. И, в принципе, никакой уже персонаж, в принципе, не снимает форму ДК. 83-й карты форма ДК слетает, если на нее как бы кидается Дум. Соответственно, запоминайте, ребята, вот такая вот вам небольшая фишечка. Также касаемо формы. Что мы еще имеем? Итем. Сентри. Итем. 77. Хорошо. Ставим сентри. Заходим в Silver Age. Ударяем. Что у нас убирается? У нас убралась пассивка, но не убирается яд. И сплэш у нас также все это работает. У нас убралась тупо банально пассивка. Вот я просто даже докачаю. Сейчас немного некорректно я вам показал. Давай быстренько ударим. Оп, отключили. Отключилась у нас третья. Соответственно, регена нет, армора нет. Но не отключает яд, не отключает сплэш. То есть все остальное будет у нас прекрасно работать. Такие небольшие нюансики есть. Форма. Форма. Итак, форма. Как мы можем типа пользоваться этой формой? Минус ЭТМ манта. Такие небольшие тесты в этом гайде. Появляются у нас три дракона, соответственно. Что у нас у драконов работает? У драконов у нас также работает сплэш. Сплэш работает в зависимости от, так сказать, уровня прокачки, соответственно, от количества, так сказать, количества дэмэджа родного. Соответственно, от родного дэмэджа все шлюзи дамажат. И, как видите, сплэш у нас работает. То есть этот сплэш вообще в общей сложности будет, можно сказать, складываться. То есть, соответственно, сплэш будет очень большой. Вот посмотрите, как очень много дэмэджа вносит. То есть, как вариант, собрать манту на данного персонажа, в принципе, даже прикольно.
Вот такой вот у нас сегодня обзор, ребят, на ДК. Некоторые моменты я мог, в принципе, уловить, ну, реально подзабыть, потому что, как бы, когда создаешь гайды, всегда что-то по-любому забываешь, ребят. И я ценю то, что некоторые ребята могут меня поправить в комментариях, но прежде чем поправлять меня в комментариях, смотрите целиком гайды. Как мне сегодня человек пишет: ты вот это не сказал, ты вот это не сказал. Я ему тайминги кидаю: а это что? Ой, извини, я не видел. Ребят, смотрите гайды полностью. Гайды я делаю для вас, чтобы вам нравилось. Обязательно влепите лайк. Но ведь реально, я сижу часами. Вот сейчас 12 часов дня. Я в 8 утра сел за комп. Я пытался сначала записать гайд на Феникса. Но ливеры, потом контрпики. И, соответственно, я сгорел и пошел просто. Думаю, ладно, фиг с ним. Я отдохну и попробую сделать этот гайд. Уже 12 часов дня я пишу гайд на ДК. То есть одну игру я уже записал, записываю теорию. Ребят, цените то, что я делаю. Спасибо вам большое за, вообще за то, что проявляете уважение ко мне, и я проявляю уважение к вам. Делаю для вас гайды, которые я, в принципе, могу не делать. Делать, в принципе, такие же обычные стримы музыкальные. Тупо сидеть, играть и смотреть просто в монитор. Но мне это не нравится. Я хочу, чтобы вы со мной общались, и я с вами общался. И вам будет максимальная отдача, ребят. Всем спасибо, ребят, за внимание. Переходим к практике. Если что-то когда-то вам как-то сказал плохо, ребят, извините, пожалуйста. И давайте, поехали смотреть уже. Просто разнос. Ехала. Так, ДК. ДК, страдающий от монопулов. Ребят. Уф, страшно вот эти персонажи. Еще Марита. Понимаю. Я топ пойду. More gold is acquired. Так, ребят, первая катка. Dragon Knight. Гайд на Dragon Knight. Поехали. Уйма существует всяких билдов и прочей хрени. Так, у нас там Bounty Hunter, да? Ну, контрпик сразу же под Вивера. Скажи сразу, тут будет Лотар. Да, будет Лотар. В любом случае. Так, ребят, так как мы идем в ХЛ, у нас персонаж сам по себе должен вообще идти на изи линию или на центральную, играть через мид или через изи линию на данном персонаже, это нормально. Это нормально. То есть у нас сам по себе персонаж такой, он один из самых... Я в шоке. А какая разница тебе, братан? Мне что, вообще не играть и моды никакие другие? Блин, вот забываю постоянно перед гайдом написать ДНД. Страшно, вырубай. Начинают прям записывать меня, прям заваливать. Я в шоке. Играет АПТБ. Я в шоке. Ты знаешь, где-то это... Чел сейчас настолько расстроился. Блин, я сегодня уже стоял с Ускаром на линии, и это не очень было удачно. Так, ну все крипчики тут будут моими. Висп. Висп. Шисп. Да-да-да-да-да-да-да. Да-д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 а. Меня. Так, ну я типа сейчас свапаться буду. Походу. Да. Будет свап. Или не будет. На низу все так же плохо. Я сегодня вообще, у меня сегодня все такие игры, я не могу стоять нигде вообще. Не могу нигде стоять. Я возьму сапог, пойду в роум. Бо если не дают стоять, я буду роумить. Найкса будем роумить. На биде Найкс стоит. Уличное мясо там. Пацана никнейм. Тяжелая, страшная линия. Задрачивает. Сами. Знал бы, качнул бы третий сразу. Что такая линия будет? Товарищ Вивер, до свидания. Гоу сапог. И виспа гоу. Где этот Вивер? Спит. Ну молодец. Хорош, хотя бы так. Хотя бы так. Третий. Потому что хард линия. Качаем третий. Подстраиваемся под игру, ребят. Качаем третий, потому что тут хард линия. Вивер немножко сейчас не проспал и хорошо заовнили. Пока сентри не купят, можно овнить. Хорошо.
Да, еще раз кинь. А, боже. Я его не вижу, он главное кидает. Неужели видно там за крипами? Эх, позитивчик, позитивчик, ладненько. Что там нанизу у нас? Кто стоит? Найкс? Свапнулись, да? Гандариус? Странненький какой-то свап на самом деле. Берем соул, будем задувочку качать некстом. Задувочка это крутая вещь. Ты шо? Надо было стану давать, я не знаю, что он так в упор подошел. Ждем айтемов. Шишер. Сапожочек. О, ФБшечка, даблкил и дают о себе знать. Молодец, Вивер. Шиспа можно убить. Шисп. Мне нравится, что он постоянно кричит. У него всего две озвучки, типа проклятые твари, проклятые твари, проклятые твари. Ну, больше ничего не говорит. Герой такой. Арус этого героя, на самом деле. Хороший вивер задрачивает. Сейчас задувочку будем качать. Ребята, вообще прокачка. Я третий взял, чтобы тупо тут стоять. Прокачка вообще идет максимум первый, по разику второй. И типа на шестом, на седьмом левеле мы более чем боевые. Опа. Хорошо. Серьезно? А я сейчас умру. Не умер. Хорошо. Хорош вивер там душит. Хилочку хускому кину. Сейчас, сейчас, сейчас. Щитом. Ладно, не щитом, за дубочкой. Ну, с вивером тут овнем. Страшному. Очень сильный герой. Хорошо. Всегда идет дилемма, что собирать ДК. ФЗ или... Или... А, ПТшку. ФЗ. По-прикольному собирать. На стрейфах двигаться. Вивер взял колечко. Ну, мне вот этот крип, типа, и будет... Файзы бутс будут. Химик Венвиза бегает. Найкс фармит. Сейчас файзы есть, можно поесть. Будем юзать. Спокойно. Солу. Так, ну там... Пока ждем. Пока ждем. Слишком близко парень подошел. Добьется. Хорошо. Ну, можно было стан дать, в принципе. Но можно еще на стрейфе пробежаться. Вот так, например. Хорошо, зарезали просто хуска. Вот почему фейзы. Прикольная вещь. Стрейф, убийство. Застрейфился, убил. Шестой левел получаем, убиваем, иди. В HP. СС, да. На иксы всякие там еще. Страшно, вырубай. На иксы это страшно. Зонит типа нас, да? А если стрейф в обратку? Сейчас шестой ап не будем уже совсем агрессировать, прям возьмем. На ДК можно сделать армлет, очень полезный предмет на ДК. Потому что позволяет нам сразу мгновенно уплотняться. Такой, это в принципе среднестатистический предмет на какого-либо из персонажей. Я не возьму сейчас армор и реген, он мне не нужен. Я лучше уплотнюсь немножко, ну в плане дэмэджа, не уплотнюсь, а именно прокачаю немного атак спид. Добавлю немного дэмэджа. Будет немного профитнее, потому что армор и реген у меня пока что в достатке. Обычно беру на алхимика, допустим, армор плюс реген, потому что армор химику сразу необходим, реально. Можно, в принципе, зажать форму. Можно зажать форму. На
зажать форму и поехала. Гоу. Минус табор сразу. Делаем. Поливаем, чтобы дотку обновлять. И все. ТП-шку. Эх, жалко, я не добил. Хорошо. Докачиваем. Докачиваем наш первый спелл. Еще разочек, и ГГ. Сивочка, двоечка у нас. Бьем, пока нет, нечего рисать. Хорошо, поливали на речку. Почти есть армлет. Хорошо, что на миде у нас? Куски, огры. Пускай я соляру смогу убить, в принципе, но не когда их тут трое. Так, нет, не получится. Почти есть форма. Очень все, так сказать, на изи с формой. С формой на изи. Душится. А вы куда, ребят? Можно с вами? Please. С вами можно? О, один. Один. От кого побежали? А, зажмем и побежали. Можно еще полететь, так будет быстрее. Пацаны, у меня тут Nike еще есть, если что. Крипчик полезет, чешо. Крипчик. Крипчик хотел залезть в крипчик. Зарубили пацана. Гоу, плюнем. Хорошо. Кто там киллинг спри? Обманщик. А ну стой, обманщик. Обманщик вообще там, ну, умирает, у нас тут вивер, да? Сорян. Будем сейчас под тавером хапать. Ничего, армора хватает, по идее. Армора, по идее, хватает. Вокер чувак скачает, да? Двоечку. Молодец. Куве, что ли? Не, экзортовый. Странно. Кого сюда? Одного крипчика надо добить, чтобы пер докачать. А, пер докачан, да? Гоу тогда. Сюда, пассивочку. Опа, эфка. Вот так вот задуваем. Правильно. Правильно задувку, так сказать. Правильная задувочка. Я, в принципе, могу файт принять. Можно, в принципе. А-а-а. Трек есть, можно поесть. Хуска только не хватает. Только хускара будет не хватать у нас тут. Они пойдут, если под тавер, типа, ну, шансов у них не будет убить, в принципе. Но я думаю, с хуском убьют. С Найксом нет. Давайте, давайте, все сюда идите. Горение еще идет. Боже, как же долго. Можно попробовать пацана подловить.
Есть пробитие. Есть пробитие. Что за дела, ребят? Что за дела? Что за дела? Эх, вообще наглость. Но не тут не переармлетил уже. Что за дела? Все, все, жизнь отдадут за меня. Реально. Эти огры. Ну, 2К есть, можно поесть. Вуф, страшно. Виспа надо было сразу. В виспа вгрызаться. Зачем огры? Там что-то на огры давать вообще ничего не нужно. Надо было в виспа сразу. Пах-пах-пах, иди сюда. Иди сюда, сразу виспу говоришь. И все, медас на алхимике. Неплохо. Типа 3x фарм. Не 2x, а 3x. ТПшечку берем с собой, поехал. Ката, как и дедок, фармить любят. Крипов. Оп, хорошо. Лотар Сейдж. Гоу, да, гоу, можно подраться. Есть 11-й, кстати. Гоу. Опа. БХ тут. Тут БХ просто. Поэтому он так вылез. Тут БХ, поэтому он так, ну, так и нагло сделали. Он будет вылазить его добивать. В любом случае. Не догоняю. Не догоняю, но не долетел я. Дасты надо брать. Гоу. Плюнул, так сказать. Гоу-гоу-гоу. I'll do my best. Но мне в упор надо подойти, чтобы кастануть. Печалька. Думал на что-то попасть. Что дальше собирать? Молнию можно собрать. О, на Б. Надеюсь, не собьется со своим тосом. Окей, ТПшечка, дасты. Все. Далее выходим в молнию. Изикат как ГВП. Добрый вечер. Изикатка. Изикакта. Так, позитивчик. Побежали. Найкс, Найкс с Яшей First Item. Прикольно. Уличное мясо. Мясо. Побежали. О. 8 секунд, говоришь? А чё, ну могли убить, кстати. Ох, печаль. Боже, все хп просадил, а Вивер там... А, Вивер вообще без маны, без хп. Ну, Марита забоялась. Марита! Найкса можно убить. Много дэмэджа. Не бывает. Стан докачиваем, это хорошо, стан будет очень большой.
Вампиризм надо говорить, да? Вот там кто там в чате кричит. Вампиризм надо, брат. Вампиризм. Я играл на ДК, я собирал доминатор. Изи. Да не, ребят. При всем уважении, доминатор, да, это круто. Но. Гайд пишу сейчас я, и поэтому собираюсь я, как нужно, я. Ребят, понимаете? В домик можно. Можно. Это круто. Домик — это круто. Безусловно. Молнии тоже неплохо. Чтоб вылазить за стан просто сливать. Всех. Всех. Кил любого. Знаете такое понятие? Кил любого. Найкс не желает играть с нами, он сказал. Да ну, с нафиг, с вами неинтересно. Го-го-го. Сюда. Просто демонейдж. Просто демонейдж. Демон эйдж. Марита иллюзию ведет. Марита. Ладно, фармим, пока пацаны там бегают где-то. Вон он на бафах. Огра. Виспики. Четыре в лесу. Го или нет? Типа, ну я могу нажать форму и все. Найс. Спасибо, я бы не справился. Го-го-го. ДК, ты танк, ты танч. Такой ДК привычный всем. Такой ДК привычный всем, который дамажит, а не танчит. Эх, все равно добивает, да? Вот хитрюга. Хорошо. Порыгали немного и стали человечешкой. Цвет, смотрите, какой у ДК, кстати. О! Фейзы багнули, багнулись, ребят. Я на фейзах постоянно. А, ну... МС чувствую, а этот... сквозь скрипов не могу пройти. А МС чувствуется. 408. Прикольно. Че, не будем тогда фаз нажимать. Хватит. Прикольно. В тот момент, когда я с формы выходил, фазы нажал, и типа они замерли просто. Но только единственный минус, я не могу пробегать через персонажа. А так, в принципе, буст есть, как видите. Не, я радик не буду делать. То у нас химик есть, пусть ему радик нужнее. Все, поехали дальше. Фазы включены, главное бегать на фул спидах. И видите, у меня такой цвет героя, как будто этот, как будто я в форме дракона. Прикольно багнулись. Ладно, ехали на мидлейн. Запушим сейчас. Сейчас быстренько крипчиков сметаем. Дыж-дыж-дыж-дыж-дыж. И все. И все. Двигайся как. Можно молнию, пожалуйста? Спасибо. Благодарочка. Санструйки. Кастует инвокер у нас. Санструйки. Тавр можно пойти. Солбустер. Ускориды. Ребят. Но почему вы там до сих пор стоите? Стоят, ребята, ладно. Я просветил, они, кстати, двинулись, потом обратно развернулись что-то. Не смог это переключить, но там надо было 2-3 раза минимум переключать.
Не убьете вы его, нет детекшена. Добей его, убьешь. Печально. 90 минут фармища алхимик будет, и типа нужно будет тут мне уплотняться. Варды. Варды купите. Плюс. Там просто ливнул на Айкс, у них пошел сейчас плюс айтемы. Баунти хантеры вот эти всякие. Ну, как обычно, интересная игра, когда в команде один. Афакашит, я продаю даст, и мне надо ТП-шку на топ. Хорошо. Скоро будет у меня еще левел, еще дракоша. Максимальные плюшки получать будем. Хорошо. БМ не хочу делать. Вот, ну реально. Гоу фазы нажмем. Смотрите, 2х фазы. А, так они у меня вообще багнулись, их еще и юзать можно. А я боялся нажимать, чтобы типа, ну, не сбить их. Смотрите, какой я быстрый, еще быстрее. Слушайте, а если попробовать еще раз забагать, или если я разбагаю так фазы? Смотрите, то есть у меня так 400 МС, а так 490. Лол, у меня фазы багнулись. Смотрите, и статус не убирается. То есть я что не сделаю, я все равно попытаюсь как бы, ну, убрать. Не получится. Лол. Зато цвет героя поменялся. Видите? 408. То есть, подождите, они багнулись, дают статус? Да, они дают статус, видите? Как-то багнулся. Face boots. Типа я на 500 МС бегаю. Лол. Да нет, там смерть, если я пойду. Я убить-то убью, а из эскейпи не смогу. Гоуст. Вместе надо. Найкса выбил кто-то зачем-то. Зарубили просто пацана. Ой, как хорошо, когда ты мне стан не дал. Хорошо. Ребят, ну я не бога юзил, хз, так само получилось. Из-за чего это зависит. Типа попробуем сейчас, когда в форму будем, в форме обратно превращаться. У меня 500 МС, бро. Попробуем еще раз фазы нажать, может анбагнется. Потому что это нечестно, момент спида много. О, ты что, байбек нажал? Ах ты свинья. На Баунти Хантере. Я на статус смотрел. О, статус исчез. А сейчас сколько МС? Смотрите, какой медленный я стал. 340. Вот так вот, ребят. Вот так вот фазы сложились. Как драться? Виспа сначала. Сначала виспа. Стой, отдай сало. Побежали. Все, разворачиваемся. Не могу догнать никого. Не ба... Без бага не могу никого догнать. О. Иди ко мне, бро. Come at me. Come at me. А-а-а, ну что ж такое-то? Без бага тяжело. За всю боль, бро. За всю боль. Все, мана кончилась. Дашин. Сласи, Дашин. Так, 100 маны берет у нас. Второй не хватает пока что. Типа он готов, но не хватает. А почему пишет ready, если нет маны? Что за... Вот это баг тоже.
рейде. Он должен кидать типа no mana. No mana должен писать. Он пишет рейде, типа будут потом орать. А почему ты не стал? Стан не дал, лох. Так, бро, у меня ж КД было. Нет, ты же линкал, что готов. А тут, видите, тут показывают, а тут рейди. А, ну тут реально уже рейди. Осудить его. Сейчас попробуем еще раз ДК багнуть. Узнаем стопроцентно, как багать. Когда персонаж перевоплощается обратно в лоха. Кого даже специально форму зажмем. Когда он перевоплощается обратно, тогда фазы нажимаем. Во время перевоплощения в тайминг. Смотрим, что получится. Посмотрим, что получится. Вообще я бы туда пошел бы. Проклятые твари, проклятые твари, проклятые твари. Классный сплэш, кстати, у ДК. Вообще топовый. Очень сильный сплэш. Хорошо. Так, ну почти кончается ультимейт. Все, не вязаем фазы. Под конец нажмем. Посмотрим, что это поменяет. Армлет тоже не будем выключать. Да, изи багается. Под конец нажимаем. Типа, я все забагал фазы. Ребят, на заметочку. На заметочку вам. Смотрите, забагал фазы. А если попробовать еще раз забагать? Неужели так можно набагать его? Смотрите, я забагал еще раз фазы. Ну, типа, это превьюшка будет. Забагал фазы на ДК в гайде. Вот поэтому гайда это топчик, ребят. Гайда это топчик, поэтому. На гайдах не только вы учитесь, но и я что-то нахожу новенькое, ребят. Вот такой вот сегодня вышел гайд на ДК. Забагали фазы, смотрите. Причем я их могу еще нажимать, и у меня МС будет еще даваться. Смотрите. Оп, и побежали. Это 85-я карта. Сейчас еще раз нажмем, чтобы вам было еще раз понятно. Под конец просто формы, нажимаем фазы. Интересно, на что еще можно так забагать? 490 МС. Иди сюда. Воу. Чтобы вы поняли, это реально рабочий страт. Жаль, армлет только не это. Не багнулся. А фазы? Ну, скорее всего, статусы все багаться будут. А что у нас еще статус дает? Линка. Линка. Линку как-то может выложить, попробовать забузить. Это типа очень жестко будет. Все, упал статус. Форму зажал, опять статус упал. Ну, под конец нажмем, побежим. Я побежал, пацаны. До побачення. Полетел, так сказать. Багаем фазы. Попробуем сейчас лотар еще нажать. Под конец. Когда мили-писюлечка остается, тогда нажимаемся. А сейчас фазы не забагались. В лотар зашел. А, не забагались, потому что я же этот нажал. Я же этот сейчас нажал. Лотар еще. Там не забагается. Там не забагается. Баш? Серьезно? Боже, забашил меня под конец. Столько армлет включать, он баш. Бах, ну там 150 хп еще, кстати, было. Печалька. 86 секунд реса, но это после байбека. Ребят, в общем, запоминайте, как пока я отдыхаю в таверне за рандомный баш. Классный такой, так сказать, прям четко в тайминг. Ну а что ты ожидал, что Рошан не будет башить, как говорится. Ну не знаю, инвокеру тут ГГ, без шансов. А, КукуВ не успел нажать. Через shift надо делать, с Юлос. Типа, когда ты в Юле, просто нажми shift, КукуВ, R. И все, у тебя будет уже, когда спустишься, готовый этот инвиз. Просто нужно будет успеть вай нажать быстро. Так. Что мы имеем? Мы имеем ДК с незабаганными фейзами. Сейчас забагаем, чтобы быстро бегать.
Но багаюсь это плохо, ребят. Можно отлететь. Скади, бери. Что там у нас? Молнии хочет сделать парень. 4900 есть. Критулю сделаем сейчас. ДК очень больно бьет. Очень больно бьет. Есть. Демонейдж купил. Очень больно бьет ДК. Критулечка. И 500 копеечек остается на респе. Хорошо. Хорошо. Алхимик молодец. Сильный алхимик у нас-то хорошо. Если б не алхимик, я хз, мы бы уже давно проиграли. Реально, если б не алхимик, ребят, я не знаю, что мы делали в этой игре. Алхимик просто, конечно, божит. Я покажу еще раз, что насколько он сильно божит. Насколько сильно он божит. Спасибо, пацану. У меня что, рапира там? А, дезоль. Бро, так там же типа этот. Очень много дэмджа, типа, сейчас. Уф. Вот это алхимика, видели, как сбрили там? У меня сейчас будет крит. Я не пойду в суицид. Иди сам. Своем. Опа, зашел в инвиз. Все, выходим. Вот этого пацана. Вот этого пацана теперь. Вот этого пацана теперь. Дайте ультру. Не дали. Так, горение кончилось, можно жить. Можно отхил еще собрать, в принципе. Под эти же айтемы. Изикатка будет, так сказать. Ну, байбека нету, можно спушить спокойно. Больно очень лупит ДК, ребят. Очень больно. Вы сами видите, как он больно лупит. Сплэш еще. Стан. Дэмэдж весь. Это все очень-очень-очень круто. Вот тут видно меня. Очень-очень больно, ребят. Посмотрите просто. Фаза не успею нажать. Забагать. Забыл. Жестко. Так, если, в принципе, не забываешь про баг, вот как сейчас, допустим, его реально можно юзать, ребят, так что держите на заметку. Но бага юзить это плохо. То есть я открыл баг, но как бы в целях ознакомительных, в понимающих, я показал, как его сделать. То есть я сам не знал, что сейчас, ну, можно так... По-моему, кто-то писал, я не помню, очень давно, что можно забагать. Это было очень давно. Ребят, вот такая вот первая катка на ДК. Поедем сейчас next. Будем собирать танка, посмотрим, что получится. ВГшки, всякая прочая фигня. Но этот билд самый интересный, потому что ты с ним дамажишь. Ребят, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, кто не подписан. И ехали далее. Уф, ребят, поехала у нас вторая каточка. Во второй каточке я, честно, не знаю, через что сыграть, как вас удивить. Вообще на ДК реально существует множество всяких билдов и... билдов и всякая вот такого темы. На самом деле ДК очень даже такой прикольный персонаж. Сейчас посмотрим, что можно собирать. Может, блин, там, смотрите, там Урса. Что у нас там? У нас там жесткий мидер какой-то. Давайте соберемся тупо в танка. Допустим, это будет фаза Радиенс там и ВГ всякая такая. Срань, Кераса. Чтоб нас не было вообще возможности пробить. Хотите такую игру? Давайте попробуем. Реально, Радиенс, чтобы пассивно дэмэдж вносить. И вот берем вот так вот, типа, ну, стандартный затар, типа, фермера, да, фармера, хотел сказать, фермера. Стандартный фермерский закуп, так сказать, чисто, что мы не будем отходить от линии, мы будем просто стоять на месте, драться, будем убивать овнить и все, больше ничего не будем делать вообще в игре, в принципе. Так, вернуться к игре, нажимаем. Все, хорошо. Смотрите, вивер там, вейл. Ох, парнишка у нас на пудже. Жесткий какой-то. Всех поливает какахами. Какахами всех поливает прям с первой минуты. Так, по раскачкам. 3 в максимум.
да, и сидем в танка, то третий в максимум. Но сейчас посмотрим на самом деле. 5. Не, я не пойду туда. Мне далеко потом идти обратно. Справитесь там сами. Что у нас там есть? Урсич. Шишер. Сларк. Блин, Сларка будет тяжело убивать, если я буду в танке. Я буду просто мишенью такой для стат. Ребят, ну на самом деле посмотрим тогда по скилл-билду, потому что... А у нас-то дэмэдж-дилера нету, ребят. Мэджик есть дэмэдж. Бара, ну, бара ни рыба, ни мясо. И еще есть пассивный дэмэдж с третьего. С агр. Найзатар. Посмотрим, ребят, что сейчас будем делать. Реально. Посмотрим. Не обещаю, что будет танк, но мы попробуем. Шишер тут, да? Ну, можно будет отдать ему стана и сказать, Биротон, not today. Че, подеремся за руну? Ну, хапать пока не хочу. У него там тапки Человека-паука, щиток, все, гоу драться. Иди сюда. Ты че, а? Ты че? Оп, стан на 2,5. Долгий стан. Можно потычковать немножко. Задушили у нас бару такие, да. Жук-паук, смотрите, убегает. Не дает тычковаться. Ладно, пойдет. Пойдет, ребят. Главное, монетку забрали. И все хорошо, все отлично. Ребят, будем стоять с Зевсом. Значит, скорее всего, фарма у нас не будет особого. Так. И пойдет. Хорошо, ладно, возвращаемся. Слушайте, если тут будет фарм, то я не буду в танка одеваться. Я буду уходить тупо в дэмэдж. Потому что дэмэдж это залог успеха. Плюс там сейчас взяли ФБ. Зевс будет молнией ласхитить? Да, Зевс ласхитит молнией. Ой, как же он пушит линию с первой секунды. Я успеваю добить. Слушайте, тут можно будет вивера, по идее, овнить. Давайте первый будем брать. 1-2, 1-2, 1-2, пока так пойдем. Ару. Ару, флайс. Ну, ох уж эти зевсы, которые молнии ласт-хитят. Печалька, как вот с таким зевсом на линии ласт-хитить, это ужасно. Он мешает и сам не фармит, и мне не дает. Так, ну надо пассивку на раз, ребят, брать. Нужен пассивный реген. До регена нету совсем. Гоу, сапожок возьмем. Сапожок, гоу. Сапожок. Можно? Позялюсь-то. За короля Тереноса. Я у мамы ласт хитер. Я у Зевса Зевс. Эх, ну шо ж ты такой противный-то, а? На линии стоишь. Блэк, кто там? Кловер. Кловер. Хорошо, не холл. Есть. Хорошо. Есть пассивный реген, 3 хп регена. Скурой не поделишься. Ох, типа G. Флайн курьер. Та история одна. Как я пытался прописать курьера на тестах. А наземный курьер он есть, но ты его прописываешь, его нету. Прикольная тема. То есть ты его как бы, ну, прописал, но у тебя айтем даже не появляется. Хорошо, вот так вот делаем. А чё, Зевс, молнии не даешь? Устал? ПТ-шку возьмем, да? Дагер ПТ, типа, будем делать тут. Немного другой айтем билд сделаем. Ну тут я чувствую, овнинг будет. Овнеч просто. Давай, Зевс, больше добивай с молнией, чтобы я совсем не фармил. Задрот, ты что там, нулик собрал? Навой, умер там. Пуш-чатер такой, смотрите. Пуш-чатер такой, он чисто чат. Чат этот, чат-игрок. Не люблю таких людей в играх. Он заходит в игру не поиграть, а... Блин, у меня фарм хреновый на самом деле из-за Зевса. Из-за Зевса.
Из-за Зевса хреновый фарм. Он сам что-то вроде добивает, но и в то же время достаточно много мне руинит. Хорошо, хоть я добил. Тяжело добивать не могу. Хорошо, ребят, что фейзы делаем? Будем багать персонажа опять. Го чисто по рофлу. Почему нет? Буста дают, это хорошо. Кто там? Урса? Уф. Фази-вази пришел к нам. Фузи-вузи. Ой, пуч. Надо обязательно написать сейчас. Ой, пуч. Ты такой ракви. Как-т би, мид би, пошел би. Ты такой ракви. Пара фидит. Тажик. Тажик. Долго ты думаешь? А, хочешь эти вот реально чел на пудже, ребят, никогда не будьте такими игроками. Просто это чатер, он не будет играть, он будет всю игру писать, 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 еще раз писать. Это не игрок, это писатель. Хорошо. Ару поймаю. Ох, а чё меня так жестко продамажило-то? А он ару что ли максит? Ару что ли максит? Нифига, вы видели, сколько у меня дэмэдж залетел? Я бы сейчас сдох, я вам отвечаю. Я бы ее не отразил, если бы не этот крип. Хорошо. Есть ультимативная. Побежали, побежали на базу. Я бы. Курочки нету, да? А, не, есть курочка. Гоу туда останемся. Че собираем, ребят? Гоу, ВГ, там вот эту всю тему, да? Как думаете? Зачем ты со Сларком дерешься? Просто форму зажжем. Подрочить его. Опа, сейчас будут паучки и будет мне подрочить меня будет. Мне пофиг, у меня много армора. Ой-ой-ой-ой. Хилочка, маночка. Спасет мою попку. Замажем свои раны, так сказать. Играем, я тебе подписка, говорит. А ты и так подпишешься, рано или поздно. Много ребят. О, ты чё? Спасибо. Я тут умру. Найс. Ну, пуч пришел, даблкил сделал за счет меня, ничего страшного. Чел, раньше играл, я твой фанат навсегда, я тебя так люблю, ты лучший. Теперь пишет, если сыграем, я подпишусь. Мне такие кинты не нужны. Так, гоу. Стик. Как вам такое, Илон Маск? Стик. Ничего, что нас убили, на самом деле, это мелочи. Пуч. Даблкил сделал, нормальный размен. Только если бы я убил пацана на ВЛ, было бы круче. Было бы круче. А так ДК через ВГ будет, наверное. Сейчас соберем. Блин, ну ВГ такая ему тема собирать, типа. Он рейнджевиком же становится. Кто там дабл кью кто-то делает? Сларк. Гоу, форму юзаем. Марита. Не души, Марита. На минус тэшка. Минус тэшка. Ну, не знаю, Вейл пришел. Хорошо, добиваем, отходим. А можно атаку, да?
Это по праву мой фраг, что я монокосты слил. Че, будем, ребят? Ультимативные фазы. Найс. Побежали. Будем быстрее. Багаем доту как могем, ребят. Ребят, пользуйтесь этой фишкой, пока админы не... Ну, чтобы не это. Чтоб админы засуетились, пофиксили. Нормальная тема. Хорошо, справляемся. А не за Урса. Боже, я просто под 500 МС бегаю. Я так думаю, еще МС складывается с этого, с ульты. Ульта плюс фаза. Багается. Как насчет худов пайпов? Пайпов. Оп. Оп, побежали. А если еще Яша купить, наверное, вообще там будет. Страшно, вырубай. Какой ВГшка есть? Боже, я такой быстрый, на самом-то деле. А, потмочка тут. Хорошо, смотрите, какой я быстрый. Боже, азес бага юзер. Хилимся, живем. Можно куру, ребят? Я направил же, опять кто-то реюзнул, и... Печалька. Хорошо. Кура полетела. Спасибо. Наконец-таки. Бегаем. 522 в студии. Хорошо. Гоу куру встречать. Ух ты, и азиасы эти. Какой-то этот. О, найс. Спалил пацанов. Гоу, манка есть, нужно поесть. 1200 хп, ВГшечка, вся фигня. Пуджа там принимает. Пудж потеет. Соберем еще что-нибудь на мовспид? Я хочу в танка тут, типа, специально, ребят, чтобы вам было разнообразие. Серьезно. Но пока что тупо фармлю крипов. БМ сделать. Но куском говна тоже не хочется быть танковым, ребят. Давайте сделаем все же что-то в дэмэдж. ВГ у нас будет уже. Оп, есть. Хорошо. Топ у нас упал, тавер. Там есть ТПшечка, если что. Moment speed тоже есть. Админы зафиксят эту тему. Нормально будет. Догони. Догони. Ару главное не поймай. Попробуй догнать меня. Божечки. Как распространить баги? Хайназус, ты шо? Просто тупо АФК фарминг. Ничего страшного. Соринг бы сделать. Докачали третий. Бро, мне плевать вообще. Посмотри на меня. Какой дэмэдж ты тут нанесешь? Нулевой.
Go. Так, фазы перестали работать. Буду стилить. Хорошо. Как же мне пофиг на эти товара, на всю эту хрень. Посмотрите просто. Ух, достал как. Там урса. Go за сейвим, пацаны. Опа. А это как бы смерц. Если чё. Просто 6-минутная ару, походу, влетела. Реально 6-минутная. Блин, ну вот эти черные карты тоже как бы не очень. Но очень много дэмэджа вытанковываешь. Там 20 армора плюс ВГшка. Страшно. Зачем я сейвил ему жопу? Да боже. Что я сегодня... Сегодня весь день микрофон кидаю. Серьезно. Что-то, блин, такое. Засейвил пацану жопу, а сам типа сдох. Зачем? Бара, убегай. Да не на него же. У тебя еще стики есть. Убежал бы куда-нибудь на другую линию и все. Так. Ну что, гоу на центральную линию сместимся немножко. Поставим вард себе. Понял. Вот так вот делаем. О, есть третий левел. Ой, второй левел. Дракоши. Атак спида, конечно, вообще не хватает. Просто фазы ВГ. Такой стрейфовый персонаж, жирный и все. Я просто пушу, делаю свою работу. Но этот персонаж менее играбельный. Так, Найс Тавр добивает. Этот персонаж именно вот менее играбельный через такой этим билд. Реально. То есть я как бы жирный, но у меня нету дэмэдж дилера в команде. Это, ну, менее профитная сборка. С армлетом и лотаром круче. Реально. Но товара, конечно, танчишь по-страшному. Ну, Т2 изи ломаю вообще. Если сломаю, то вообще кайф будет. Сломаю. Задул тавр. На Б уходим. Ну, лотар просто. Все, найс. Просто второй тавр сломал. Разменял Т1 на Т2. Это очень хороший размен. Че, ребят, в демош надо все равно уходить. Уф, че б собрать такое? Лотар. Дай ударю. От 1 до 10, ребят. Тактику. Тактику убивания пуджа от 1 до 10, ребят. Не в комментах, а именно вот напишите. Да, в комментах, ребят, именно. От 1 до 10 тактика уничтожения пуджей. Гоу все же лотар возьмем, ребят. Считаю нужным. И один мангусик возьмем, на всякий случай. И гоу подберемся. С такими айтемами. Дэмэджа нет, но вы держитесь. Сейчас что-нибудь прикольное на дэмэдж просто соберем. Смотрите, он просто бежит. Просто бежит. Агру, изай. Агру. Он, наверное, пошел, у него там тупо Егис сейчас кончится. Этот второй раз сейчас будем убивать просто и все. Стану ему дам, задую, наверное, и все. Ну, не буду стану давать даже. Прижок. Эх, сейчас бы 522 мувспида. Хасту взял. Не кликай. Что там кликаешь-то? Мышку сломаешь. Ломаем крипов. И не забываем забагать фазы, ребят. Обязательно. Чтобы было приятнее бегать. Все, побежали. К Шишеру.
Просто 522. А, 476. Не складывается. Не складывается. Ой-ой-ой-ой, еще эту хрень скинули. Все, я понял. Страшно, врубай. Так, полторашка есть, что будем делать? Можно рейдинс сделать. В принципе. Я под фазами быстрее бегаю, чем под лотаром. Боже, какой же я быстрый. Кайф. Просто, ребят, пользуйтесь, пока не пофиксили. Дай вторую. Ладно. Так, засейвили пацану как можно. Не забыть фазы багнуть, ребята, уже в привычку должно входить. Хорошо. Жаль, что через мидлейн не покажу вам ДК, потому что, типа, ну, игры не мидлейновские идут. О, го Урсу. Биратон. Боже, я у мамы мансер. Дагон. Я у мамы мансер. Фазы главное за это ведь. Забагать и все, и на базу бежать. 522 МС, типа все дела. Все, найс. Побежай. Во второй игре уже приловчился не забывать про фейзы баганые, типа бежать на базу с 522 МС. На 490 там. Так, овнят что-то, пацаны. Страшно, грубай. Го крит. Без радианса. Просто крит. Ребят, просто на наркоманию. Крит и все. Это иллюзия. Печалька. Кого побежали. Рошана бы заварить и потом зайти в рошпит и сломать ему лицо. Так, смотрите, у нас там по низу идут крипчики, но да, мы идем именно на низ целенаправленно, потому что по низу идут крипы. Сейчас кто-нибудь по-любому да прилетит дефить. Или они там настолько заняты, что сейчас потеряют. О, я же говорил. А кто тпшится? Урса. Ультует на крипов. Осудительно. Я его убью, он что, ФК что ли? Можно крит хоть один? Как крипа чисто. Криты не работают. Во, первый крит в копилочку. Второй крит в копилочку. Таврочек. Опа, злой сларк какой-то у нас тут. Обманочка. Рук тавра. Обманочка, 2х. А, тут у нас обманочка такая, что типа, ну это, никак. Типа, знаете, это называется никак, сори. Фейзы. И убегать, жить. Но попадет прыжком, тут и наверх. Надо было наверх попробовать бежать. Жаль, байбека нет. Эх, ну задрот, задрот, задрот. Сильный. Сильный сларк. Задрот, вообще. Прям. Вах. Такой вот прям. Сложно, наверное, на сларке играть, ребят. 20 минуточки делать на сларке. Когда нету контрпиков от Сларк. Ну, Бара только может подзаконтрить его. Но и то у нас Бара такой. Даста нет, ничего нет. Что ты хочешь ему сделать? БМ нажми хотя бы. БМ нажми хотя бы. Ура! Агр! Агр! Не кастует агр. Ну, зачем он нужен, правильно? Агр не нужен. Пуч, будешь хукать? Пых-пых-пых. Да, блин, сюда пых-пых-пых сделай. Убьешь просто сразу. Ох, пуч. Зато в чатике пишет прям, какой он там сильный. И умрет сейчас. Ой, Сларка забрали. Красавчик Пуч, конечно. Пуч мне очень нравится тем, что он такой, знаете, разговорный персонаж в чате всегда. Да я твою рот, я твою рот. Всех я рот, а я профессионал. Вилохи. Такой прикольный Пуч.
Классический, я бы сказал. Так, ну там, по-моему, Рошан есть, поэтому побежим сейчас в Рошпит. Ребят, ну, типа фазы нажали, фазы не нажали. Бежим тупо в Рошпит и все. В Рошпит бежим. Если там Урсич есть, можно поесть. Нет. Урсы нет, но... Что ты кликаешь? Еще кликай. Ну, есть Рошан, ребят. Держите в курсе. Рошан есть. Хорош, надо заварнить. Ох, как он умеет. Вот сильный баратрум. Вот так вот он умеет. А по карте там типа, ну, кликает, потому что у него, наверное, мут. Сильный. Урса на топе чилит. Хару. Страшно. Надо в пятером собираться. Сларка душить. Ой, варлок ливнул. Ой, ливер. Линка. У пацана там. Сларк. Отойду. Вместе надо. Все, лотар зашли, побежали. Умер. Хорошо. Есть форма. Еще одна. Там Сларк живой. Сларк живой. Вместе, пудж. Куда ты, блин, пошел на пудже на свое? Ладно, не хватит. Умер. Хорошо. Боже, у меня нету дэмэджа, но я все равно убиваю. Го-го-го-го. Ой, надо фазы багнуть. Не успеваю, 3 секунды. Ну, почти успел. Хорошо. Что мне подсказывает, что Урса сейчас побежит. Урошанчика. Спрашивать, как дела. Гоу на базу. Возьмем смока. Вардик. Побежали. Побежали. Чек надо. Ох, что-то разговорный пудж. Но пудж. Да, не успели мы. Не успели. Он просто пошел и забрал. Молодец. Красавчик. Ну, надо будущее вард поставлю, ладно. 6 минут. Только Рошан 13 минут рисается. 8-12. У нас бара не доигрывает по-страшному. Ни вардов, ничего не ставит. Бара должен вард тут ставить. Обязан. Реально. Почти. Мид можем. Ау, драка началась. Я бегу как могу. А Урса ушел, да? Курочка нужна. Печалька, ну без меня разносят. Я, в принципе, так вообще тут чисто в сторонке постоять. Но ДД билд, ребят, всегда круче, чем танк. Серьезно. Ну согласитесь. Ну типа, был бы у нас дэмэдж дилер, да. Но я такой, знаете, чисто. Я сейчас, я так полу то, полу то.
Ой, Бара, какой ласт-хитер. Ой, молодчиночка. А я по миду пойду, мне плевать. Мне плевать. Да, живешь много. Ну, на армлете поприятнее играть. С армлетом реально поинтереснее играть. Остальная мелочь. Так, фазы. Не забываем забагать. Не жмем пока фазы. Лупим тэшку. Хорошо. Тавр падает вообще на ура под ДК. Попробуйте догнать. Кстати, не дебафится, смотрите. Не задебафилось. Я побежал, типа у меня 522. Боже, я ору. Я богоизер. Типа, ну настолько быстро ДК это лол. Он реально очень быстрый. Просто мы побежали, смотрите. Оп, промах. И побежали 500 до 100. Боже, Сларк, бро. Ну прости, пожалуйста. Они-то не знают, в чем прикол. Вот так вот сделаем. Мангусик, и я уже зарегенился почти. Да пофиг на Сларка, гоу по миду. Он в Лотар зайдет, вы там вот даже дастов не купите. Я по миду пойду. Пацаны в смоках стоят. Куру не замедляй. Кайф. Я просто тащусь. Типа проблема в том, что Сларк поебайкнулся. Гоу. Вылазит, я даю стан сразу. У него линка. Смотри, куда идет. Хитрец. Какой крит. Кайф, да, ребят? Я кайфанул сейчас. Ребят, ставьте лайк под трансляцию. Ну как трансляцию? Под премьерку. Премьерка гайда на ДК. Учитесь, смотрите, интересуйтесь. Прикольные геймплеи от Азеса. Всегда что-то интересное, познавающее. Познавающее, познавательное. Ну, хотя бы сторону допушите. Можно хотя бы так. Дай ударю. Еще разок. Ой, лох, Ливера убить даже не можешь. Гоу-гоу-гоу, иди сюда. Ну, не могу, там же, типа, он не умрет с этого. У него линк просто. Там не нажать ни на что. Ничего не нажать на него. Юль. Зачем? Сларка боюсь, 3 секунды до реса. И бэк, надо бежать. Две. Не, ну я не успею запушить, надо бежать. Не успею. О, дабл дэмэдж. Приятная руна. Фазы. Багнуть, не забыть только. Сейчас кирасу сделаем. Жрать будешь? Лол.
Гоу-гоу, бегу, бегу, бегу. Сейчас это регенится будет убивать. О, найс. Это ГГ. Это конечное. Просто ару 10-минутная. И все. Ну, ару я люблю. Боже. Как двух лохов, двух инвизеров. Зес под Зесом, Зес просто второе ультимативное. До свидания. И бара толкает, и все. Тяжело. Тяжело. Ладно, доделываем кирасу и закончим, ребят. Ну, не знаю, такое чисто смешной гейминг на самом деле получается. Эти сларки. Ну, сларк, ДКшка... Боже. Он не может, да, пуш не может сожрать, вот тут, типа, убили бы сразу. Изи миз, изи мисс кликов, так кто ж виноват? Кто ж виноват? Ой, мяско. Кто ж виноват, броша, ты не можешь. Рак. Пуш рак, клешнями не может попасть по клавиатуре, чтобы скушать. Понимающий. Пока резаемся, ждем. Боже, у Акса вообще реально ничего нету. Просто изи килл для Сларка и для Урсы. Даже лучше, чем изи. Даже лучше, чем изи. Так, кираса наверху у меня стоит. Видите, вот она, кираса. Такой нестандартный. Есть, 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 есть. Опа, вот она, кираса. Опа, ага, кираса им будет сегодня, пацаны. Но вы держитесь. Кирасы нет, но вы держитесь. Кирасы нет, но вы держитесь. Акс не может понять, почему не собирается Володька, да? Акс через хедреску собирается, а не просто так. Он не может понять, почему не собирается. Такой, ребята, давайте поможем Аксу собрать айтемы. Да можно куру на базу отправить, пожалуйста. Хедреску купи и соберется Акс. Боже, как он тупит долго вот это. Пожалуйста, отправь куру на базу. Дайте мне, пожалуйста, мою кирасу. Я бы уже, наверное... Нет, на базу. Пусть летит. О, боже. Мудак на Аксе просто. Не понимает, почему у него не собираются айтемы. Просто куру дрочит. Смотрите. Стоит, тупит. Не понимает, в чем проблема. Я уже на базу сходил. Вот, смотрите. Я уже просто... Давайте поможем Аксу собрать Владимир на 85-й карте. Хорошо, есть. Что такое хидреска? Акс сейчас такой. А что такое хидреска? Я не знаю. Хидреска — это такая штучка, которая нужна для того, чтобы собрать меканцам. Понимаешь, друг мой? Нет, я не знаю. Боже, а Володя видели? Аура была. Хилили скрипы. Вот там Володька. Что это за слово? Русский человек. Сларк БКБ делает. Да пофиг на твой БКБ будет. А, вот это там. Окей. Флотер Сейдж. Стан замедло. Замедление. Ребят, ну страшно, вырубай. Опа, какой подсейв. Молодчиночка. Гоу. Изи фраг. Ехала далее. Далее, далее, далее. Там бара. Бара фидит.
Сларк тут сейчас вылезет. Б. Если сейчас Сларк вылазит после Даркпакта, я даю стан. Вообще гембу взять. Изи вообще было. И опсы бы поставить. Вообще бы изи было. Изи 2х было бы. Ладно, зафармим тут. Забагаем фазы и живем. Боже, как я кайфую с этого сплэша, ребят. Вы, надеюсь, тоже. Чем больше атак спит, тем вообще кайфовее. Уф, это классно. Так, пробагали, хорошо. Побежали. Кто там на топе? Кто-то на топе. Не видно, он маякует, типа, и так, может, кто-то видно было бы. Раньше, может, увидеть можно было бы. Хорошан есть. Подходы надо все завардить. Зафармлено. Ну, отлично, вардики решат сейчас. И Сларка сейчас законтрим. Тут вардик поставим. Чипоньк. Да нет у них там вардов. Тут они один ДК продвинутый. Сларк на топе. Да я соло тут запинаю их. Расслабься. Просто пушим. Кусай. Хукай. Эх, молодец, Зевс. О, пушу пацана. Хорошо. Нужно под хук подлезть под фонтаном. Да, это классика жанра. Хорошо, забыл фазу пробагать. Ребят, гоу за муншарным срочно. Срочно за муншарным. Отлично. Хорошо. Найс, манку зато. Еще что-то тащим. Так, у тебя ДК. Нормальный чел. Боже, какой так спит. Сейчас как я поливать буду, ребят. Я просто хочу оргазмировать в это время. Сейчас вы просто покайфуете тоже. Ребят, кайфуем вместе. В катке. Ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Премьеры специально гайдов делаю для вас, чтобы вам было интересно посмотреть прекрасные премьеры с прекрасными геймплеями и прочей всякой темой. Под дотки, ребят. Кайфуйте просто и все. Больше ничего не надо делать. Просто кайфуйте. Так, Moonlight нажали, ну такое. Пробью пацана. Какие классные тычки. Уф. Гоу, польем пацана. Да дай убить его, плиз. Не дает убить. Печалька. Хорошо. Ребят, ну вот такая вот у нас вышла тема гайда.
гайд вот такой вот вышел у нас на ДК. Надеюсь, вам все каточки понравились. Ну, интересное что-то. Не забывайте про баг с фейзами, когда под конец можно завязать фазы и остаться с мувспидом. 490 мувспида просто так при нажатых фазах, это будет очень жестко. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и будьте в теме. Гайды выходят. Два гайда в неделю стабильненько выходят, ребят, чтобы познавали вы. Есть, ну, чтобы узнавали реально какие-то нюансы, что-то новенькое там по уровням прокачки и тому подобное. Ребят, с вами был Азиз, как обычно, ребят, всем спасибо и до скорого. Все, поехали.